возвращались в метро, я чувствовал, что мне в нем уютнее, спокойнее, чем в городе, где я когда-то родился. Где же мой настоящий дом? Да хоть на Сухаревской. Тем более у Бурбона там были друзья. Ты немножко не тут сохранился. Самое хреновое сохранение, которое возможно. У нас есть жертвы! Не стой тут, подстрелим! Двигайся, двигайся! Ну вот ты и допрыгал! Мы тут подстрелим! Жритва! Я точно себе на шею поднял! Какой-то. Что за херня, блядь? Ну, ты пожалеешь, что на свет! Thank you.
мальчик, а? Ну и он думает, что ему для пиписьки это поможет. Граната! Кого ты притащил с собой, ублюдина? Отвечай, гад, или башку снесу! Это Одноглазый или Гонокоп? Артём! Чё за Артём? Опустить свое оружие, юноша. Печальный, но ожидаемый финал для таких, как он. Мое имя Хан. Предполагаю, что нам лучше немедленно покинуть это богом проклятое место. Коллеги этого несчастного сейчас появятся тут, а я предпочел бы избежать нового кровопролития. Я возвращаюсь к Тургеневской. Здесь, на Сухаревской, влажновато для моих старых костей. Если что ж, мудрое решение. За ним пошел. Появление Хана стало для меня полной неожиданностью. Хотя и чувствовал, что кто-то помогает мне из тени, когда я сражался с бандитами. Хан сказал мне, что я не виновен в гибели Бурбона. Но мне все равно было жаль моего первого напарника. Да. Бурбона замочили. Да. Ну как свои. Его ж там плен взяли, помнишь, когда мы пробирались? Стой, проход запрещен. Здесь никогда никого не бывает. Ни людей, ни чудовищ. Даже крыс нет. Они знают, что мы здесь. Подойди поближе к трубам и вслушайся. Только не слушай слишком долго. Некоторые называют это пением тоннелей. Другие считают, что это инфразвук, который воздействует на подсознание.
Я знаю этот тоннель, а он знает меня. Идем же. Дверь не надо закрывать. Будь внимателен. Это очень опасный тоннель. Прошу тебя, друг мой, не выключай свет. Иначе нам придется остаться тут навеки. Замри и смотри вперед. Не думаю, что слово «кто» мы должны обойти их. Не прикасайся к силуэтам. Первым не надо то идти. Сосредоточься. Идем же. Я один не пойду. Ну проходи, что ты встал, блин. Что-то произошло. Будь внимателен. Это очень опасный тоннель. Ёпт. Прошу тебя, друг мой, не выключай свет. Остаться тут навеки. Уж вперед совсем нельзя идти, эту дурака. Замри и смотри вперед. Ага. Не думаю, что слово «кто» здесь применимо. Да куда-то пошел и меня убило. То есть не надо двигаться. Мы должны обойти их. Не прикасайся к силуэтам. Вот иду, чувак, теперь просто. Сосредоточься. Спина в спину. Идем же. Или какой-то... Не, вспышка какая-то. Здесь нельзя сохраняться. Где еще ты, кот, пошел? Я иду прям нога в ногу. Нога в ногу. В сторону, Артём. Велчи проехал. Дух поезда. Этот тоннель переживает свое прошлое раз за разом вот уже долгие годы. И те живые, что попадают сюда по ошибке, становятся частью прошлого. Идем же. Замри и смотри вперед.
Давным-давно тут бушевала жестокая битва. И защитники все еще удерживают оборону. Ступай за мной, но не отходи ни на шаг. Да я понял, братюнь. Это опять что? Кастанай лапио астериум манта. Кастанай лапио астериум манта. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Кастанай лапио астериум манта. Кастанай лапио астериум манта. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Кастанай. Я предпочел бы, чтобы это осталось нашей тайной. Это немного личное. Я был с ними, когда они погибали. Я был единственным выжившим. Мы сотворили с нашим миром страшное, неповторимое. Мы уничтожили не только материальную его часть, но и тонкую, невидимую. Атомные взрывы испарили информационные поля, в которых размещались рай и ад. Душам некуда деваться теперь. И даже после смерти человек остается в метро, в этих трубах. А, дьявол! Сосредоточься. Несчастной с Тургеневской. Кажется, положение там становится все хуже. Ну, ты где? Идем же. На грипп наступил. Хан был удивительным человеком, не похожим на других людей, и даже не очень похожим на человека вообще. Я бы скорее назвал его магом. Только их не бывает. Пойдем. Чувствуешь? Оно приближается. Да? Это редкий талант. Так пользуй. Замри. Херня какая-то. Называем это аномалией. У нового мира новые болезни. Ушла куда-то. Страшная вещь, да? Но на самом деле она не злее, ну, скажем, огня. Все зависит от твоего взгляда.
Всегда старайся лучше разобраться в ситуации, прежде чем делать выводы. Теперь пойдем. Тут небезопасно. Чудовища возвращаются. Вот так оно и происходит. Живой пример. Прыгай на дрезину. Тоннель впереди должен быть спокоен. Мы доберемся быстро. Что люди полиса смогут помочь тебе? Или тебе просто больше не во что верить? Тебе не нужно отвечать. Скоро мы прибудем на Тургеневскую, которую в народе называют проклятой. Она почти заброшена. Те, кто мог, бежали оттуда, спасаясь от безжалостных чудовищ. Хан привел меня на Тургеневскую, проклятую станцию. Ее жители были обречены, но боролись за выживание до последнего. Станцию снова атакуют. Пойдем, юноша. Защитникам может понадобиться. Понадобится помощь.
Хан, сюда. Очередная атака? Да. Они прорвали внешнюю оборону. Тут все, кто выжил. Не надеюсь уже дожить до завтра. Откуда ползут чудовища? Как обычно. Из левого туннеля. И из перехода тоже. Вы что, не взорвали тоннель, как я вам говорил? Мы отправили туда группу саперов, но они не вернулись. И взрыва не было. А больше нам некого послать. Ты хочешь изменить судьбу своей станции, да, Артём? А с этой станции судьба еще более безжалостна. Мы должны помочь. Найди останки саперной группы. У них должна быть взрывчатка. Зайди в левый тоннель так далеко, как сможешь. Установи мину и беги назад. Что касается перехода, его уже пытались обрушить, но упыри, похоже, прорыли себе путь. Там где-то есть гермоворота. Постарайся закрыть их или взорвать. Я останусь с уцелевшими. Если тварей окажется слишком много, замани их на нашу позицию. Пидорасы, блять! Найти бомбу, блядь, конечно. Заебучая обезьяна, чую, блядь.
туннель взорвал тут, Ань. Счастье ты какое. Все, мужики, сделал. Что надо еще? Или что нет, не хотят? Нихера не понятно. Я ж все взорвал. Какие нахуй ножи? Большая битва за маленькую станцию выиграна. Дальше я не пойду. Я нужен здесь. Тоннели обрушились. Если ты все еще собираешься в полис, тебе придется идти в обход. Отсюда тебе дорога прямо до Кузнецкого моста.
А потом придется идти через станции, принадлежащие или красным, или фашистам. Пойдем. Кузнецкий мост — независимая станция. На ней у тебя не возникнет сложностей. Другое дело коммунисты. Они там строят прекрасный новый мир, но старыми методами. Все прелести государства строгого режима налицо. На Кузнецком мосту разыщи моего знакомого, Андрея, мастера. Скажи, что от меня. Он тебе поможет. Храм надежды. Даже в нынешние времена мы не можем избавиться от вещей, которые делают нас. Вот и все. Помни, все зависит от тебя и только от тебя. До встречи, Артем. И удачи тебе. Кузнецкий мост был необычной станцией. Он весь состоял из мастерских. Тут собирали большую часть оружия, обращавшегося в метро. Я искал Андрея, мастера. Но он нашел меня первым. Стой! Кто идет? Не двигаться! Эй, расслабься! Это человек! Выключи свет! Ну да, выглядишь ты по-человечески. Это главное. Давай, заваливай. Это свободная станция. Но ты поосторожнее тут. Станция у нас, конечно, свободная, но красные за нами приглядывают. Повсюду их агенты. Это не паранойя, парень, а осторожность. Так что держись поскромнее, понял? Понял. Внимание! На станции проводится проверка документов. Всем пройти к месту своей прописки. Помогайте правоохранительным органам выполнять их работу. Лицом к стене! Обыск! Да хватит! Отстаньте, противные! Я не такой! Заткни хлебало! Готовься к досмотру! Всегда готов! А скажите, доктор, раз вы уже там, не могли бы вы заглянуть к моей простате? А то как не пойду по нужде, ну все светится. Может, облучился? Мерзавец! Бьешь по тем частям тела, которые покорили твое воображение! Бьешь слабовато, однако! Так, а ты кто? Напарник? Он рыжий клоун, а ты белый? Ты тоже арестован. Ладно, ладно, ладно. Только без рук. Я сам пойду. Стой, стрелять буду! Беги! Ах
это, блядь, пришел на станцию? За мной! Слева! Убили меня! Да. Я не понимаю, что мне делать надо. Осторожней, тупица! Смог помочь мне выбраться с этой станции. Проблема в том, что единственный путь проходит через линию фронта между красными и фашистами. Тебе потребуется маскировка. Возьми этот комбинезон, натянешь поверх одежды. Красные сейчас вербуют добровольцев, чтобы штурмовать фашистские укрепления. Как только наберут полный состав пушечного мяса, сразу отправят его на передовую. Можешь поехать на этом поезде зайцем. Не в первом классе, конечно. Ну и платить кровью не придется. Как только поезд минует блокпосты, ты свободен. Балалайка. Лютый февраль, березень март. Сюда можно только по пропуску. Говорят, кто-то проник снаружи. На одной из станций красной линии. Ничего, ГБЛи дремлет, парни обменят. Можешь осмотреть магазины, купить что тебе надо, но не трать время зря. Поезд отойдет точно по расписанию. Тебя ждать он не станет. Будь здорово. Средства от всех проблем. Лучшее лекарство от головной боли. Ну, как хочешь. Оружие, наркотики, аптечки, поддельные фильтры, документы. Ножи, все для турпоездок. Аптечки, хороший выбор. Фильтры, ножи, наконец-то у тебя будет приличная пушка. Последняя работа Калашникова. Ручная. Хороший выбор. Наконец-то у тебя будет приличная пушка. Ну и ладно. Налетай, разбирай. Отличный ствол от лучших мастеров. Да выкинь свой хлам. Это для детишек. Да выкинь свой... Договорились. Ну и ладно. Издеваешься? Куда их тебе столько одинаковых? Да не вопрос. Но твоя-то пушка получше. Так у тебя же уже есть такой. Ну и ладно. Оружие, наркотики, аптечки, фильтры, ножи. Набор туристов. Налетай, пульки, разбирай. Пульки. Меняем пульки. Thank you.
Отличная сделка. Так, какие же мне патроны она использует? Пульки, пульки, пульки. Меняем пульки. Блин. Отличная сделка. Я немножко не понимаю, какие они патроны используют. Сука, непонятная херня. Как мне каких патронов не купить? Обмен патронов. Рекомендация лучших специалистов. Спасибо. Ладно, что-то купим. Все нормально, мужики. Он со мной. Давай, Йо. Артём, прыгай в яму. Я уже упал сюда. Нечаянно. Что делать-то? И... Ты чё в яме-то не делал-то, мужик? А, ёлки-палки. Артём, видишь там багажное отделение? Забирайся туда. Ну так что, мужики, двинули, а? Нихера себе. На станции, он точно труп, потому что билет на Лубянку, он только в один конец. Все нормально, подбирайте. Все в норме, теперь все зависит от тебя. Удачи. Я совсем не вижу, что происходит. Здравствуйте, Сергей Сергеевич. У меня тут пацан известных. Рвется сражаться. Идейный боец. Идейные товарищи нам всегда нужны. Отлично, сынок. Прихожу выдать тебе форму и оружие немедленно. Полезай в огонь. Внимание. Гражданским лицам воспрещается садиться идеи. На поезд без письменного разрешения комиссара. Марш, марш на фарш. Вот и вся воинская слава. Да у свиней на бойне смерть осмысленной. А также иными путями проникнуть на состав считаются изменой и будут жестоко караться. Все по местам. Заградотряду отдан приказ расстреливать дезертиров на месте. Ты зачем в армию подался? Я пошел по политическим убеждениям. А я за бабло. Я верю. Оно победит зло. Ну а ты как? Я-то. Ну из-за плаката вступай в армию, ты увидишь весь мир. Ну, мой отец в Красной армии служил. А его отец еще в Советской армии был полковником. Традиция. Я вот думаю, а ведь у фашистов наших... Деды тоже в Советской армии служили. Предатели они. За это их и перевешать надо. В
После 100 грамм фронтовых, да? Слушай, у меня тут в патронташе черная таблетка. Антибиотик, что ли? Ну ты и мурзила. Это ж цианистый калий. Зачем? Самоубийство – грех. Я же в ад попаду. Если фашисты тебя в плен возьмут, ты и так уже считай в аду. Так что без разницы. Не, я никогда не смогу покончить с собой. Тогда давай свою пилюлю мне, чтобы наверняка. Лишь бы не гнить в их концлагерях. Остался человеком даже после конца света. Он все так же готов был грызть глотки своим собратьям из-за абстрактных идей. Даже война, на которую я ехал теперь, была эхом какой-то древней войны между красными и фашистами. Человек не меняется. Да что ж ты будешь делать? Thank you.
со спины оказался, я не понимаю. Блять.
направо и налево.
лишил вас всех человеческих. Пошатнувшийся режим. Ваша борьба бесцельна и бесполезна. Вы умираете зря. Только... Может вам... и завоевать счастливый. Каждому новобранцу... Пишите! Армии Рейха уже улучшилось продовольственное положение, медицина и безопасность. Многие из ваших товарищей уже вступили в солдат и не убивают пленных. Ваши товарищи уже почувствовали наши губы. И процветайте. Ого-го, это кому все? А ты себе? Ничего себе. Сырок с этим. Таком, да, я делал. Я ж тебе, по-моему, делал такие бутербродики, да? А? А, да, я вижу про 6. 8 немножко остынет, очень горячо. Я понял. Ну ладно, немножко пусть горячо. Возьми себе покушать, Аню, чё ты? Ну кусай. Патронами полез. Смотри, куда. Thank you.
печень трески. Очень вкусно. Куда? Не, я лимон не ем совсем. Ну я уже заметил. Я просто лимон, правда, мне плохо от него. Я правда в больницу лег, когда его переел. Ну, желудком что-то, поэтому я лимон стараюсь совсем не есть. Здорово. Походу я не туда прибежал. Ты точно не голодный там? Нам был альтернативный проход. Капец тебе, паскуда!
Совсем нереальная миссия. Чё-чё? Убивают просто пиздец. Я умер бы за что?
Черт какой-то. Хреновый сейф. Что ты будешь делать-то? Спасибо, товарищ. Я слышал, что где-то рядом действует охотник. Хорошая работа. Неважно, что у тебя за задание. Мы перегруппируемся и отступим. Спасибо, что дал шанс выжить. Лёв, ты меня зажал.
Битва на дрезинах. Когда я пришел в себя, надежды у меня не осталось. Пленные в фашистских концлагерях использовались как рабы или мишени. Да чего думать-то? Пристрелим красного шпиона и делов. Разве нам не надо вызвать гестапо? Пройдет вечность, пока они сюда доберутся. Кто будет следить за этой свиньей? Точно! Ладно, краснопузый. Моли своему Марксу и Энгельсу. И если будешь молиться смешно, мы тебя прикончим быстро. Ничего себе, там Рэмбо появился у меня. Вот за что я люблю садистов. Они мучают жертву так долго, что успеваешь ее спасти. Ну что, парнишка, ты у меня теперь в долгу. Что-то ты не выглядишь как красный. Да это же жетон Хантера. Давай-ка я отведу тебя к мельнику. Ему все сам расскажешь. Так, двинули к броневику. Паша, план такой. Подбросишь этого парня к нашей дрезине. Оттуда совсем рядом. Надо только пройти через дыру и через черную. А что же с нашим заданием? Поверь, мельнику новости о Хантере куда важнее. Медаль получишь. А с заданием я сам разберусь. Все, встретимся на черной. Ты там поосторожнее. Байк. Ты садись в башенку на пулемет. А, Рейк. Надеюсь, ты умеешь с ним управляться. Ну, братцы, удачи вам. Стараемся проехать мимо подпостов незаметно. Веди себя естественно. И может быть они не поймут, что происходит.
произошла замена экипажа. Ну, нас послали на передовой блокпост, гер-офицер. Доставить боеприпасы. Они уже получили припасы. Кто вы такие? Приказываю поднять забрало шлема. Стоять! Тревога! По машинам! Перегрев. Артём, расчисти нам дорогу. Брат, прямо по курсу. Позади нас, Артём. Борта!
проскочили. Стреляй по опорам. Границы станции. Граница таёжный роман. Что там, постучаться никак? Я хуею. Стёпа бы? Да. Быстрее, Артём, быстрее! Чё быстрее? Я впереди тебя стою, блин, дуба. После нашего боя с фашистскими дрезинами нам казалось, что впереди нас уже не ждет ничего страшного. Какая ошибка. Почти приехали. Ульман должен ждать нас на черной станции. Осторожно! Пригнись! Дьявол! Понастроили всякой хрени! Гляди в оба, иначе башку снесет! Да уж, жутковатое местечко. В этих туннелях всегда будь начеку. Забудешься на миг, все, ты труп. Был тут случай. От башни только сапоги остались. Слушай, скоро мы подъедем к станции. Вообще-то она должна быть заброшена, но черт знает. Свет! Там кто-то есть! Сними его, Артём! Мы прорвемся! Начинается. Надо скорее отсюда убираться. Напролом! Прячься за броню! Прятаться, у меня патрон нету. Слушай, скоро мы подъедем к станции. Вообще-то она должна быть заброшена, но черт знает. Свет, там кто-то есть.
Сними его, Артём! Открываем ворота! Мы прорвемся! Начинается. Надо скорее отсюда убираться. На пролом! Прячься за броней! Патрон нет. Три штуки. Что здесь делать? Где патрон? Слушай, скоро мы подъедем к станции. Ну, что делать? Вообще-то она должна быть заброшена, но черт знает. Свет! Там кто-то есть. Сними его, Артём! Дрезина! Закрывай ворота! Мы прорвемся! Начинается. Надо скорее отсюда убираться. На пролом! Прячься за броней! Они достали нас в туннеле. Что это? Мутантская дрожь. Они взорвались. Живее! Держись! В метро есть вода. Да это же депо. Сколько я слышал о нем. Кладбище поездов. Вот как оно выглядит. Yeah.
сюда мне лучше. О, видишь? Рай просто. Потому что здесь упыри их сожрали, видишь? Семь патронов. Да как так? А этих? Два. Просто не. Пять сорок пять. Запомнила? После смерти Павла я опять остался один. Я должен был как-то добраться до черной станции. Меня там ждал Ульман. Не знаю, это так должно быть. Павла потерял, да? Ульман. Человек? Но как? Ладно, давай сюда, быстрее! В этих туннелях человека не часто встретишь. Поговори-ка с капитаном. Мы тут, знаешь, по уши в навозе. Присоединяйся. Я не знаю, какого черта ты сюда забрался, парень. Но лишние бойцы нам не помешают. Проход на станцию запечатан, пока там не закончится эвакуация. Готовься к бою. Можешь забрать себе патроны, которые лежат в схроне. Теперь ты один из нас. Наш отряд зовется «Дети подземелья». Где лежат? Друзья, вы должны продержаться еще несколько минут. Не буду врать. Это будет трудный бой. Но подумайте о ваших семьях, которые остались на станции. Каждый монстр, который прорвется через линию нашей обороны, попадет прямо туда. Туда, где ваши жены и дети. И он их не пощадит. Мы не имеем права проиграть этот бой. Чувствуешь? Они на подходе. Этот чувак, то есть, хорошо стоит, ушел на. Это спокойно, еще что? Без паники. Волки. Чудесный день сегодня. Скучать не приходится. Дьявол, чёрт! Чёрт, проклятие! 17. Да они все скажут опять. Что-то глобально. Нам конец. Бодрячком, пацанчики. Бодрячком.
Врагу не сдается наш гордый варяг, пощад никто не желает. Я ножом отбивался уже. Патроны закончились. Только я выжил. Слишком много мутантов прорвалось через нашу оборону. Да? Нужно предупредить Борис. Но я больше не боец, как видишь. Слушай, парень. Ты должен найти нашу радиостанцию. Установи связь с полисом. Денег дай. И поставить запись с сообщением об опасности. Вот она. Я готовился к этому. Удачи, братишка. Что-то.
язык. О. Жара. Я прыгнул, Аня. Коты какие-то. Ты атакуй, да нет. Блять, какая-то я как еще одел. Так. Показывай код туда. Ребенок. Не случилось бы с моей родной станцией то же, что произошло тут. Вот все, о чем я мог думать. В этом кошмаре я нежданно встретил нового спутника. Дядя, дядя, вставай, нас всех съедят! Пожалуйста, вставай! Проснись, пойдем к маме! Ты говорил, что отведешь меня к ней, но ты же обещал! Не могу.
Уходи! Отстань от меня! Мама сказала мне не подходить к незнакомым! Вставай, дядя! Тебе больно! Нет. Он не просыпается. Он умер, да? Умер! Как я теперь пойду домой? Ты отведешь меня? Я тебя не знаю. Но если я останусь тут, меня съедят. У тебя есть автомат? Ну ладно, тогда я с тобой пойду. Так и быть. А ты будешь из него стрелять по монстрам? Я по тебе сейчас буду стрелять, если не заткнешься. Ну ладно, меня зовут Саша. А давай ты будешь стрелять, а я буду смотреть, чтоб сзади не напали. Ну как же я оставлю тут дядю? Я к нему в гости пришел. Он меня хотел домой отвезти. Но монстры напали. Они на него как напрыгнут. Он стал стрелять. Но большой упырь его в шею укусил. Но мой дядя очень сильный. Он его ножом убил. Ты не такой сильный, как дядя. Крить вон дома! Не, хорош сегодня, я уже не могу. Поднадоело.